Чебоксарах на 31-й региональной конференции партии «Единая Россия» утвердили список кандидатов в депутаты Госсовета Чувашии. Их уже поддержали жители республики на предварительном голосовании. Теперь кандидатам необходимо доказать свой профессионализм и готовность работать. В предварительном голосовании за кандидатов в депутаты Госсовета Чувашии приняли участие более 180 тысяч избирателей. Это позволило сформировать команду, в которую вошли представители разных сфер деятельности. Врачи, учителя, волонтеры, бизнесмены, политики. Партия движется в правильном направлении. То, что кандидаты представительные, люди авторитетные, дает возможность полагать, что будут очень хорошие результаты. Ну и очевидно, это для меня лично, как для главы региона, это также возможность быть уверенным, что эти люди также будут ответственно работать и в качестве депутатов, представителей народа, представителей партии в парламенте, для того, чтобы достичь те масштабные задачи, которые мы для себя наметили на ближайшие годы. В новой команде немало новых лиц. Каждый – профессионал в своем деле. Это позволит партии реализовывать поставленные президентом цели и задачи. Здесь как раз и важно, чтобы в основе было вот это служение, умение слышать действительные просьбы жителей. Возможно, иногда они совершенно просты и потребуется всего лишь шаг, чтобы помочь и решить. А некоторые лягут в основу программы, которая, безусловно, будет народной. И главная задача – это служить жителям республики. Программа, которую разрабатывает «Единая Россия», по-настоящему народная. Мнения людей учитываются не формально на бумаге, а становятся, по сути, руководством к действию. Мы, во-первых, на встречах с нашими избирателями собираем эту программу. Обращение наших граждан через общественные приемные партии, через социальные сети, через нашу платформу, партийный сайт. То есть мы огромную-огромную программу собираем. Это приоритеты наших жителей, наших людей. Это то, над чем мы сфокусируемся сразу после выборов. Народную программу должны утвердить в августе на 20-м съезде партии «Единая Россия». Ольга Алексеева, Андрей Шоклев, Республика.